Итак, мы продолжаем. Отдых детей должен быть безопасным. В Бийске полным ходом идет подготовка к летнему оздоровительному сезону. Уже 10, 13 и 14 июня откроются первые смены в трех муниципальных лагерях – «Ракете», «Лесной сказке» и детском эколого-туристическом центре «Алтай». Подготовка детских оздоровительных лагерей проводится в соответствии с планом и стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей. В настоящее время на 100% укомплектован штат сотрудников детских оздоровительных лагерей, в том числе медицинских работников и работников пищеблока. Проводится расчистка территории детских оздоровительных лагерей на проведение акарицидной обработки. И планируется, что 20-21 мая в наших детских оздоровительных лагерях пройдет акарицидная обработка территории и другие дезинфицирующие мероприятия. Сейчас муниципальные оздоровительные учреждения выполняют предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Заключают договора на поставку продуктов питания, проверяют пожарные сигнализации, а также схемы эвакуации детей за пределы лагеря при случае ЧС. В зданиях проходит ремонт, который должен завершиться до начала сезона. Приемка лагерей, которую проведут члены межведомственной комиссии, состоится перед самым заездом, то есть в начале июня. Отметим, что в этом году сотрудники Роспотребнадзора будут тщательнее проверять пищу. Им предстоит взять пробы не только готовых блюд, но и сырья. Это нужно для того, чтобы обезопасить лагеря от некачественной и фальсифицированной продукции. В частности, это касается мясных и молочных продуктов, таких как масло и молоко. При выявлении нарушений штраф для администрации детских оздоровительных учреждений порядка 20 тысяч рублей. Помимо отдыха в оздоровительных лагерях, как утверждают бийские чиновники, дети могут разнообразить свой досуг, не выезжая за город. На протяжении всех летних каникул для них будет организован ряд культурно-массовых мероприятий, в их числе экскурсии, мастер-классы, а также спортивные соревнования. В течение летнего периода в микрорайонах города будут работать инструкторы территориального спортивного клуба по работе с детьми и подростками по месту жительства муниципального бюджетного учреждения спорткомплекса «Заря». Работа эта будет заключаться в проведении дворовых турниров по футболу, по волейболу, по баскетболу, по русским шашкам, а также спортивные эстафеты. Пройдут также мероприятия по организации досуга и отдыха несовершеннолетних. Это комплекс мероприятий, посвящен Дню защиты детей, празднованию 310-летию, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню государственного флага, Дню знаний.